in the night. Need the pale moon, loving's for fools. Baby, beware. Доброго времени суток всем, друзья, подружки, мальчишки, девчонки. Вот такая у нас погодка. Еще лето. Природа, класс. Я на работе, выскочил покурить. Вот дом делаю здесь. Так, ничего, все нормально, друзья. Удачки, до вечера. Вот, друзья, собираю вот такую систему насосную. Подача воды в дом из колодца. Насос, вакуумный насос. Я думаю, получится. Ну что, друзья, вот таким макаром у меня уже получается. Фух, работа такая, что уже вспотел, работая. Это мой утюг. Ой, надо поставить на место правильно. Вот. Здесь вот краник для набора воды внутри. Шланг будет подключать для подачи воды в баню. Здесь краник вывел для полива огорода. А эта труба идет из колодца. Утеплили, закопали уже до колодца туда. Расширительную бочку убрали, она больше нам не нужна. Ну, работки хватает еще. На пару часиков, наверное, осталось. Там внутри еще сделать соединение. Вот. Вот такой щиток у меня здесь. Нормально все. Ну вот, друзья, моя работа закончена. Сюда для насоса поставил розеточку. Фильтра готовы, все подтянуто. Здесь краны, все, запас. Вот здесь сам котел поставили. Вот она работа такая прошла. Сейчас занимаюсь Арестоном. Ну вот, друзья, Арестон. Здесь снизу все разобрал, открыл, прочистили. Сейчас буду делать подключение. Селом АМС, друзья. Рембаза, плавучка. Вот российский берег тоже. Ахмат Касла Алаб. Микрорайон Айналасында, микрорайон магазин бәрі көрші. Бұл жермен сататын болсаң болады. Ішкен адам бола жетіп болса. Магазин дым болып кетеміз.24 сентября, город Атырау. Вот такие фонтанчики, друзья. Погода что-то портится, может и дождик будет. Пошел я по своим делам. Доброе время суток, друзья.
Вот приехал в город Атырау, пригласили немножко поработать. Здесь до меня работал другой электрик. Здесь получается как наподобие кафе. В общем, домашний конференц-зал. Это как гостевой зал будет. Вот. Помещение очень большое. Так, я бы сказал, 8 на 12. Такой размер домашний кафе, как бы. Ну, если будут гости, допустим, чтобы в доме не сидеть, не брать кафе, можно здесь сделать самим. Вот, здесь будет кухня. Так, сама кухня где-то 3 метра на 8. Так вот, такая. Вот. Здесь будет основной главный щиток. Вот смотрите, сколько у нас здесь проводов. Это все надо разбираться. Это щиток маленький, здесь большой щиток надо. Но это разберемся. Вот. Здесь до меня работал электрик. Теперь мне, конечно, разбираться будет нелегко, друзья. Вот это я, как говорил, это сам гостевой зал. Здесь столы будут, ну, можно и потанцевать здесь, и все такое прочее. Вот. Провода кругом все брошены. Только надо вот где установки розеток, где бра, все такое потолочное все. Уличные бра настенные. Вот. Это, скорее всего, здесь будет санузел. Ну, там вот тоже провода брошены. Вот уже все. Здесь будет вспомогательный щиток. Вот тоже провода все брошены. Только, опять же, надо разбираться, где розетка, где освещение. Еще фотореле надо бросить со стороны улицы для наружного освещения. Так что работка есть. Думаю, 2-3 дня закончу. Разберемся, все сделаем, подключим. Ладно, ждем продолжения наших работ. Ну вот, друзья, установил я щиточек. Сейчас раствор у меня подсыхает. И будем делать сборочку. Здесь у меня сразу 3 выключателя будет. 2 выключателя двухклавишный и 1 выключатель одноклавишный. Вот такая у меня идет сегодня работка. Ну вот, друзья, собрал я вот такой щиток. Вот так у меня все получилось. Теперь осталось только закрыть крышку. И все, щиток собранный. На завтра будет подключение 2-го щитка. Спасибо всем за обзор, за вашу дружбу, понимание. Всего самого лучшего, друзья, вам.